здорово, мои любимые подписчики, я Лалка, не успеваю поздравить вас лично от себя, по ветке, потому что Лалка, и поэтому это за меня сделает Прошка. Азаза, Саса и Масой, кусай, Лалка, палка, кидалка. Ахахахах, ладно, давайте о серьезном. Спасибо вам всем за то, что вы со мной и не бросаете меня, так как мне очень приятно читать ваши комментарии и видеть активность. Лол. А также огромное спасибо за то, что вы сделали мне подарок на Новый год в виде 8000 подписчиков. Так что после того, как я отмечу новый 2015 год, я устрою какой-нибудь конкурс. А в общем, хочу пожелать всем вам и каждому из вас крепкого здоровья у вас и ваших родителей, и чтоб стояла шишка 100 лет, ахахахахах. Думаю, на этом все. Еще раз простите меня, Лалку, что не смог лично поздравить.